Рассказываем, почему мы, счастливые супруги, ходим в клубы знакомств. Вы не поверите, в клубы знакомств народ входит, чтобы отдыхать и развлекаться в приятной обстановке в любимой субкультуре. Знакомство в клубе – это уже вторично. Более того, клуб знакомств на самом деле нужен не для того, чтобы заводить новые знакомства, а чтобы развивать существующие отношения. Познакомиться можно в ближайшем трамвае, а толку-то что? Наверняка у каждого найдется 3 полных трамвайных вагона знакомых, с которыми вы даже не общаетесь. А в клубе вы именно общаетесь со своими знакомыми и развиваете отношения. После знакомства я привел Лену в несколько клубов знакомств, в которых я сам тусовался. Когда мы поженились, возник мем. Чтобы создать счастливую семью, надо приходить в клуб знакомств со своей девушкой.